Всем привет! С вами канал Style Gadget. Сейчас мы рассмотрим такой значок для вашего шильдика, то есть для вашего автомобиля. Это чертенок, название, в общем, скажем так. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть, как это распаковывается, как это будет устанавливаться. Вот, например, мы возьмем логотип автомобиля Лада. Так, так, наверное, будет видно. Думаю. У нас идет такой вот три мазки скотч. Вот, он уже здесь идет вырезанный, то есть их вот так вот выдавливаем. Необходимо это будет двойной скотч сначала поклеить на автомобиль, то есть будем смотреть, как это будет выглядеть. Так, ну давайте возьмем сами вот эти штучки. Так, у нас здесь идет скотч. Большой скотч. Я буду сейчас, я все вытаскивать не буду, я покажу только, например, хотя бы одного. Вот мы, допустим, взяли вот рожки, вот раз. Это все, то есть предварительно сажается вот на такой двойной скотч, который клеится у нас к кузову. Так. Ну давайте, полностью уже достал уже. То есть мы клеим сюда рожку, сюда, это у нас хвост, это у нас прилипс. Ладно, я его таскать не буду, он сейчас идет на клею. То есть примерно будет выглядеть так. То есть вот сюда клеим, отсюда. Ну, здесь вы, наверное, не увидите. Вот у вас получился ваш логотип в форме чертенка. Данный товар есть у нас в наличии, вы можете заказать. Вот. Видео подготовлено для группы Style Gadget. Ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока!